Что у нас теперь есть? У нас теперь есть... У нас теперь есть... Топ Кукляндии. Ну и след. Купить у нас нет, конечно. Серебра. 320 серебра. 320 серебра. Ну ладно, давайте прокатимся еще раз там. Серебрушку. Потом попробуем серебрюшку прокатить. Я говорю еще раз, это видео запилим чисто на Фурутаке, просто на Фурутаке, на Фурутаке налетаем, и все, больше ничего. Предыдущее видео мне не понравилось, почему-то, блядь, там Twitch загнул, не знаю, блядь, что за хрень, что за тормоза, я вообще практически все понимал, все настройки сделал, все, что можно. Все остальные видосы первые, а тут был какая-то заноза. Прям видосы делал в онлайн-режиме, я их не обрабатываю, ничего не делаю. Как было, так и осталось. Я не скрываю ничего абсолютно. Ну, есть, так и есть. Как запилил, так и запилил. Я не добавляю каких-то приколюшек, я не делаю его в топе. Как остальные делают, ну докачался до топа и давай на топе ебашь. Ну что, ну красота, ебать, везде. И в танках, ну здесь. Все, сука, такие охуенные, да. На топе показывать видосы. Зачем? Раскачайте, покажите каждое видео, каждый бой, по крайней мере, может через бой. Не покупайте какую-то одну тему, какую-то вещь. Мне тут может все интересно. Потому что, ну, людям охота посмотреть, блядь. Мне вот было всегда интересно, а как настолько-то играть? Да, блядь, все пилят. Все играют в топе, сука, все обсуждают. Да, вот я силу попёрную, на одну. Чё эта топовая хуйня дает? Ну да, ты сделал. Ну а что в смоке-то, блядь? Как вы ноете? Чего вы же не показываете это видео? Как вы ноете-то? Да потому что нет у вас такой приколюхи. Уже у всех у вас, блядь, подписки, шмуиски, хуиски. У вас там вся какая-то хуйня, там, блядь, голда, шмуя, ну, купил, просакал, ну, шмуя, он все есть. Там, взял, свалил, все, все, взял. Все, попер. Силы противника на горизонте. А где же сток-то? Покажите мне сток, блядь. А? Стрёмно, что ли? Может, стрёмно? Нахуй столько катать, ты же, блядь, статистику платишь. Может, блядь, как мы потом оценить это игру? Как мы ее показывать? Как это на нашем рассказывать по нашим братьям, друзьям, сестрам? Как же все это показывать? Как это? Как? Как рассуждать об этом? Как? Что же нам? Как же потом жить? Как же детям-то это рассказывать, что я, блядь, на стоке, как же я, блядь, на стоке не плавать-то? Да потому что на стоке никто не играет, что у них есть и опыт, и нахуя, все это хрень. А как простой человек играет? Ну же сначала бедняга болеет по этому стоку, умирает по этому стоку, реально. А ему никто не хочет помогать. Подсказать, сказать, что чувак, да все нормально, блядь. Покатай несколько боев, посмотри, что будет дальше. Будет все ништяк. Вот в данных видео сейчас пытаемся рассказать, как можно выйти и все. Вот на самом деле на любом другом крейсере я бы поплыл бы сейчас прямо. Реально, любой мой эмик, он бы страдал, бы, честно. Он бы страдал, любой мой эмик. Потому что, ну, блядь, если реально по эмику въебать со всех ГК нахуй любого крейсера, ну, просто реально уже будет флоу. Плюс еще затащить его торпедами, которые был бы вообще бы клёво. А тут пока ты перестроишься, пока ты повернешь, пока ты что-то еще сделаешь, это, ну, прикольно, прикольно. Причем здесь мне получится вообще никак не развернуться, реально. Это просто, блядь. Даже ГК, если мы сейчас повернем, самолет, если
могу развернуть свои века, блядь. Потому что чувак крут. Это ж Исаказа. Я не могу развернуть века, блядь. Все, пиздец. Большая пробоина. Быстро набираем воду. Это пиздец. Давай, разворачивайся. Вражеский эсминец уничтожен. Неполадки устранены. Как это? Ни одного самолета не избил. Хотя сейчас до момента боя я даже капитан... О, капитан из пистолета стреляет, видите? Капитан стреляет из пистолета, это самое... Нравится, с пистолета ебашит. Бам, о, с пистолета капитан с мостики. На, нахуй. С пистолета ебень. На, слепись у нас. Командир просто вообще сидит. Да, блядь, ничего не скачай, нет, нихуя. Металла без подачи. Залью печаль чайником чая. Когда бывает плохо, вспоминаю самое начало. Для меня проблемы, но... Играю просто как бог. Назад вперед, как у нас там играют. Все играют назад, вперед, назад, вперед, заебись. Назад, вперед, блядь. Конечно, я смотрю, но сейчас она пришла. Торпеды прямо по курсу. Да, да? Блять, кабачок. Все. А, я ж тут ебать один, нихуя. Вот, да, кавачок, еще кто-нибудь. Да, заебись, пацаны, это круты. Так, нахуй, я эту залупу ебучую, блядь. Меня бы не перевели в малую спецхату, если бы родители тогда не запошляли двадцатку. Я бы не оказался на свободе настолько быстро, если бы в 2000-м Путин не сделал, а мне...